Мотор. Привет, друзья! Снова оператор Катерина, который меня снимает, мне очень удобно. Хотел сказать большое спасибо, что часть людей присоединилась в сообщество ВК. Мне на самом деле очень нравятся цифры, которые здесь. Иди сюда, подойди. Потому что я вот выкладываю видосы, и появился трафик. Шорцы, фоточки, ну то есть прям неплохие цифры. И ВК как-то промутирует все это дело, потому что подписчиков 495, а просмотров у видосов у меня на самом деле больше. Потому что вот смотри, все 22, что я загружал, 1000 просмотров, 863, тут есть и по 500. Если бы я вот эту всю историю вел несколько месяцев, он бы уже обогнал по просмотрам YouTube. У меня нет как бы цели, понятно, там какие-то миллионы просмотров генерировать, оно и не получится таким контентом, потому что у нас обычные домашние влоги. Но, тем не менее, какой-то буст есть. А YouTube, он вообще ничего не дает в последнее время и как будто бы режет меня. К чему я это веду? Если вы еще не присоединились к сообществу, то обязательно сделайте, будет приятно. Народу очень мало пока что, 495. Человек. Там, кстати, больше материалов даже, чем в телеге появляется. Ты чё? Дурачится. Пойдем. Все, я готов. Видите, сейчас прекрасная погода, солнышко светит. Сегодня мы с Катюшей решили немножко поваляться днем в кровати. Даже прикимарили. И потом как пиздануло. Мы проснулись от того, что очень-очень громкий был гром. И у нас у обоих мы прям чувствовали сердце так... Мы очень сильно испугались. Это когда первые секунды ты проваливаешься в сон, и тебя резко разбудили. Да. Но там такой грохот был. Но ты потом... чувствовал? Ты ж меня Конечно. Обнимал? Мне кажется, окна чуть не повылетали, потому что был сквозняк. Да, да. У нас было окно открыто, потому что утром было тепло, как бы солнышко. И я потом подбегаю, там весь подоконник уже просто залит. Там лежали альбомы, кстати, твои, они тоже сверху были залиты, я все протерла. И плюс вот это окно, оно вот так убилось туда-сюда. Я думала, если бы я не успела закрыть, оно было бы разбиться просто. Угу. Очень сильно. Но сейчас все прекрасно. По температуре, я думаю, 25-26 точно есть. Так мы сейчас с вами посмотрим. Ой, внутри-то какая жарюка. Машина пишет 34, но это понятно, только сели, плюс она черная. Смотрите, наша фотка. Да, я поставила, она такая красивая. Говорят, что люди, которые ставят на обои типа свои фотографии, они такие сильно самовлюбленные, Не, красиво. Что самое интересное, помнишь, я тебе показывал, я подобрал точно такой же фильтр, ребята, в Lightroom, и теперь могу сам такие снимать. Прям на вот этот Canon. Да. Потом себе полтинник куплю, объектив для фоток именно дешманский. Я принесла нам кофе. И сделали в этот раз прям кипяток. Прям вот я попросила, прям сильно горячий. Как ты любишь? Как сталь, да, раскаленная? Да. Хорошо, я очень рад. Надо пристегнуться. Ты рада, что я ухаживаю за тобой? Ухаживаешь, да, мне нравится. Дверку тебе открываю, ручку подаю. Правда, я сама попросила, но... Неправда. Просто сейчас тепло. Когда дождь был, я помню, ты побежала, и я назад как будто возвращалась. С открытой дверкой. Мне это нравится. Чуть не скомпрометировала меня. Да ладно, я сказала про этот раз. Я просто иду, говорю, открывай горячо, открывай. А тогда ты ухаживаешь. Чуть-чуть подныло. Ой, горячо. Такое настроение сразу классное. Как классно. Когда погода, да, такая. Когда мы последний раз, скажи, ездили вообще с открытыми окнами, вот так. Последний раз мы вот так по теплу ездили полностью с открытым всем. Это на байке, на Пхукете. Да. Мне тоже так кажется. А так, да. И знаете, в чем прикол? Если посмотреть прогноз погоды, я сейчас даже покажу. У нас свадьба будет в Брянске. Все уже об этом знают, я думаю. Смотрите, погода в Брянске. Давайте, наверное, даже переверну. Так будет удобнее. Так, что тут у нас? Сегодня было 28, дальше 30, 32, 33. Вообще жаришка, да? А вот наша свадьба. Суббота. 19 градусов, ночью 12 и 30% дождя. Классно? Огонь! Спасибо большое, спасибо. Может, наоборот, все устанут от жары потом. Скажут, ой, какая благодать, у вас на вашей свадьбе такая погода комфортная и прохладная. Я так обрадовалась, что тепло. Не знаю, возможно, что-то поменяется. Такое же тоже может быть. Естественно. Так что будем ждать, надеяться на лучшее. Ладно, пофиг, то, что не надо нам 33, хотя бы там 26, пускай будет. Не 19 23 же. 23 это вот минимальное, на что, да, я согласен. Да, а 19 это совсем все плохо. И дождь. Я там в этом платье околею, а у меня же еще платье до земли достает. А прикинь, что будет с низом платья? Под дождем, грязь, все. Грязненькая будет. Да вообще. Ладно.
Будем надеяться на лучшее. Друзья мои, ну я записываю этот видос уже на следующий день, и мне так понравились вот эти вентиляторы, что я решил купить еще парочку. Да, они дорогие, но при этом очень классный воздушный поток выдают, тихие. Вот так вот для справки, у них наработка на отказ, то есть сколько времени они могут работать бесперерывно, 17 лет. То есть их можно будет, блин, я не знаю, дождаться квантовых компьютеров и поменять. Поэтому покупка на века. Сейчас дождусь Катюшу, для того, чтобы она собралась. Я ее дернула, хотела йогой позаниматься. Но говорит, давай скатаемся, кофеек попьем, заедем в онлайн, и потом уже будешь заниматься своими делами. И, наконец-то, выходные наступили. Ну, практически, да. Сегодня пятница, конец рабочего дня. Очень устал, я до сих пор не могу одуплиться после нашей регистрации. Все, никак не высплюсь. Все, завтра буду прям до победы, до 2 часов дня. Ну, не знаю, посмотрим, как получится. И на следующей неделе мы уже дуем на свадьбу. Поедем, скорее всего, в четверг после работы. В пятницу я там отработаю. Ну, как-то полегче, чем в пятницу ехать после работы, а в субботу уже свадьба. Ну, я думаю, тут все понятно. Вот она, моя девчуля. Я хотел тебя заснять с полотенцем на голове. Но многим интересно узнать про подготовку свадьбы, про детали. А с другой стороны, смотрят родственники. Если мы это все будем показывать, рассказывать, никакого сюрприза не будет. Да. Поэтому, я надеюсь, все с пониманием относятся. Тебе сколько по времени осталось? Ну, я думаю, минут 10 я готова. У нас из вообще приготовления. Ну что, мы вчера с тортиком, да, определились. С Иналом все порешали. Ты билеты ему купила? Я ему написала, спросила, на какое время он хочет, он пока не ответил. Ну, я думаю, в час, когда мы с ним встречались, он вроде сказал, типа, в обеденное толк. Ну, в час он хотел, по-моему, туда поехать, а обратно в 11 с чем-то, то, что в 12 выселение, и что ему делать? Ну так, по Брянску погулять. Ну вот надо, чтобы он ответил. Я ему скинула скриншоты. Что у нас еще осталось в целом? Ну слушай, у меня есть целый список этих мелких дел. Допустим, какие-то детали. То есть у меня же, получается, нет организаторов. Я все делаю сама. И на Пинтересте я просто нашла какие-то картинки, допустим, стенд какой-то с какими-то там... Не, ну да, с другой стороны, да. Если мы это все будем рассказывать, показывать, то будет неинтересно. Если был бы организатором, он бы сам всем этим занимался, я бы только картинки выбирала бы там и все. А так мне приходится самой все это прописывать, придумывать. Но это интересно. Потом сможешь сама свадьбу организовать другими людьми, потому что сама через себя пропустила все это дело. В самую жару у нас отключили воду. Я тоже пить хочу. Мне так нравится вот этот твой костюмчик вообще обалденный. Ну, покрутись. Такая юбка-шорты вообще симпатичная. Да, там шорты внизу. Там, наверное, тепло, я не буду волосы досушивать, они так высохнут. 28. Это вообще шикардос. Будет 31 потом. А в Брянске, кстати, по-моему, 33 показывала, да. У вас же тоже такая фигня? Ваши духи – это духи девчонки, а духи девчонки – это духи девчонки. Замороченно звучит, но тем не менее. Это как с деньгами. Типа его зарплата это общая. Да. А ее зарплата это ее. Чувствуешь? Ждец какой-то. Просто. Я думаю, многие сталкиваются с таким, что в лифте кто-нибудь так надухарится вообще. Потом голова кружится. Человек сам с ума не сходит, интересно, такого запаха. Ну, он привыкает, он не чувствует. Это вот для нас. Нет, это просто жесть. Плюс еще грехи это. Ей, допустим, ему кто-то не знаю. Понравились они, нам они, допустим, не нравятся. У всех разные. И полфлакона на себя. Да. А потом стоишь и думаешь, бляха-муха, как бы тут не задохнуться. И у нас же машина рядом. Да, шикардос. Да, солнышко. Надо снова, знаешь, что показать? Мамкины цветочки. Ура! Да, и картинка хорошая, наконец-то. Класс. Вот, мама, это для тебя. Смотри, как у тебя тут все расцвело. Мне так нравится, на самом деле, летом, когда прям жара такая сильная, а выходить на улицу с влажной такой головой. Мне нравится. Сейчас 2 минуты, и она у тебя сухая будет. Ну, да. И держись, сейчас будет пипец в тачке. Ух! Слушай, надо уже удаленно жарюка. Запускать. Да, я просто не привык еще, Катюха, да. Все время холодрыга была. Едем в Зеленограде, тут резко начался дождь, хотя при этом светит солнце. Это вот сейчас потише, капли такие крупные были, вот такого размера. Мы же разговаривали на повышенных тонах. Угу. Все, прикинь, взяла камеру, закончилось. Во, и все. Да. Но все равно там маленький кусочек был. Делюсь результатом, у меня получилось собрать компьютер, потратил на все это дело 3 часа, потому что мне в круг пришлось все старые вентиляторы вытаскивать и доставлять хромаксы на Ктюа. Я вам показывал уже коробку по итогам, получилось очень тихо, вот слушайте.
Ну, практически не слышно шума. Понятно, сейчас вентиляторы работают на 30% мощности. Провод нагрелся до 56-57. Но, опять же, я параллельно сижу в монтажке. Результат мне очень нравится. И по итогам, когда я закрою верхнюю крышку и боковое стекло, будет еще тише. И что хотел сказать, если вдруг вам нужна водянка моя старая. Тут она немножко трещит, да? То есть мне сам звук бесит. Но все работает исправно. Вот такая от Cooler Master, тут RGB винтушечки, могу подарить кому-нибудь, ну просто так. Напишите, главное, в личку, и я отдам. Там крепления стоят на M4, на M5, но где-то еще валяются на Intel, но какие, я, к сожалению, не знаю. Так что я очень доволен, Noctua это прям хорошие вентили, очень тихие и надувают прям прилично по сравнению с дипкулами, которые до этого у меня стояли. Я сначала думал, что это маркетинг, и они просто дорогие и неэффективные, но вот прям чувствуется. Вот еле-еле крутятся, при этом выдувают, ну просто отлично. Не знаю, как передать через камеру, но поверьте на слово. Ну и температурный режим тут как бы все в порядке. Вот режим простой уже, 51 градус. А если его перевести на режим высокой производительности, сейчас мы это сделаем. Вентили, вон, видите, начинают разгоняться. Сейчас послушаем. Ну, все равно, если слышите, там легкое дуновение, никакой критичности нет. Вот сейчас они на 1000 оборотов крутятся. Ну, как бы, блин, ну супер, супер. Не нарадуюсь. А потом я уже не стал ничего снимать, потому что пошел в спальню. Там было уля-ля. Катя села мне на лицо. Шучу. Мы смотрели сериал «Здравствуйте, вам пора». Прикольный. Давно я его видел в инсте, но начали смотреть только вчера. Ну и что вам добавить? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и до следующего влога.